Продолжаем тему фальсификации истории, связанной с выходом вот этой книжки «Век лжи», в которой собраны отдельные сюжеты. Конечно, весь объем фальсификации истории 20 века охватить просто невозможно, но здесь примерные образцы, в том числе очень свежие, и я на них хотел обратить внимание. Одна из тем – это «Катынское дело», в котором власти путинской администрации переобулись, как говорится, в воздухе. Сначала в угоду Западу они, как потомственные западники, наследственные, можно сказать, западники, говорили, что в Катынском лесу расстреляны были польские офицеры органами НКВД. Теперь они говорят, что расстреляли немцы. Когда мы выступали в середине 2000-х годов против подобной фальсификации, против нас ополчились, естественно, все либералистические СМИ, которые контролировались полностью Кремлем, и там определялось, что они будут высказывать. Нас поносили на всех углах, и фактически не удалось ничего, даже публично высказаться о том, что это фальсификация, которая была устроена нацистами. Теперь эта фальсификация была поддержана властью россиян, россиянских наследников большевиков. Ничего не удалось пробить через стену, которую выстроила путинская администрация для того, чтобы продолжить фальсификацию. Тогда, вот в 2000-х годах, мотором всего этого процесса был Сергей Стрыгин, царствие ему небесное, достойный был человек, многое сделал, к сожалению, ушел преждевременно. После того, как я утратил депутатский мандат, дело по расследованию Катынского эпизода, Сергей Стрыгин продолжил совместно с Виктором Илюхиным, и я тоже был приглашен, несколько раз участвовал в совещаниях, в круглых столах, но Виктор Илюхин тоже скончался преждевременно, я его видел за несколько дней до кончины. Он был абсолютно здоров, и всякие разговоры о том, что он там тяжело был болен, это все была ложь. Я считаю, что это было убийство. Как и, думаю, с Сергеем Стрыгиным, как-то его внезапная смерть очень подозрительно выглядит. А связано это еще с одним обстоятельством. Один энтузиаст, пожелавший остаться неизвестным, принес Виктору Илюхину большую коробку с печатями и штампами, которые использовались для фальсификации документов времен войны, и большую папку образцов таких фальсификаций. Я каюсь, что не среагировал сразу, надо было перефотографировать всю эту папку сразу же в тот же день, когда я увидел. Но тогда не было такой техники, что вынул из кармана телефон, пощелкал, и все в порядке. Последние события, которые происходят у нас на глазах, рассекречивание, так называемое рассекречивание к всяким круглым датам или не круглым датам, так или иначе ФСБ, из архивов ФСБ, из региональных архивов ФСБ начало извлекать какие-то документы, их сканы стали появляться в сети, можно прочесть. Я думаю, вряд ли кто внимательно читает, ну просто вот такая добрая воля проявляется чекистами, такими сверхбольшевиками, у которых свой собственный бог – это Дзержинский, они якобы вот проявляют такую добрую волю. Но когда читаешь те материалы, которые они публикуют, то сразу видно, что это фальсификация еще тех лет. Например, показания немецкого генерала, тоже в этой книжке это обсуждается тема. И еще раз скажу, что эту книжку вы сможете заказать у меня. Электронная почта опубликована ниже под видеороликом. И здесь в этой книжке такие образцы рассекречивания показаны, когда немецкий генерал вдруг начинает говорить языком советского плакатного стиля. Кроме того, протокол на русском языке и протокол не подписан тем, кого опрашивали. Соответственно, это Филькина грамота. Если бы одновременно публиковался немецкий текст, другое дело, можно было слечить и посмотреть, насколько
удачно все переведено, но уже сам стиль изложения, который ведется от имени немецкого генерала, показывает, что это фальшивка. И вот эти фальшивки начинают выкладывать. Почему сейчас вопрос возникает? Почему? Что вы там такого тайного держали? Там, сейчас Министерство обороны тоже публикует материалы о зверствах нацистов, документы ведения боевых действий. А почему раньше это нельзя было публиковать? Потому что раньше всем бы бросилось в глаза, что это абсолютная ложь. Ветераны войны были живы, могли опровергнуть то, что написано в этих документах. И сам стиль этих документов при внимательном чтении показывает, что это фальшивка с момента формирования этого документа. В особенности я исследую те моменты, которые связаны с зверствами нацистов. Я в следующем ролике запишу более подробно, как раз сейчас опубликованы материалы по освобождению Львовской области, и там много любопытных вещей я вам расскажу. Вряд ли кто идет по ссылкам, тем более ссылки вообще не работают. То есть в публикациях СМИ есть ссылки, но выйти по этим ссылкам безопасно на сайт Министерства обороны, где публикуются эти материалы, невозможно. Все эти дела также оборваны, то есть из большой папки бумаг извлекается несколько страниц, и они публикуются. Не целиком дело, хотя, казалось бы, это не так уже сложно. А публикуется вот несколько страниц, видно по нумерации, там, красным карандашом в правом углу, например, проставлены страницы. Видно, что это где-то из середины дела. Кроме того, все эти материалы, и ФСБшные, и Министерство обороны, не содержат никаких данных хранения, то есть номер дела. На странице не отпечатано, там на некоторых материалах ФСБ есть печать «Архив ФСБ». Где, какой архив? А говорится, что из регионального архива извлечено. Нет никаких штампиков, вот, которые должны быть на каждой странице, чтобы нельзя было фальсифицировать. И вы знаете, если у нотариуса бывали, там страницы сшиваются и опечатываются именно для того, чтобы фальсификация была предельно затруднена. Здесь же просто бумаги в свалке лежат. То есть они даже не были поставлены на хранение. Никаких следов фиксации единиц хранения просто не существует. И никаких штампиков, которые проставлены тогда при передаче в архив этих документов, что архив принял эту страницу, каждую страницу должен пропечатать. Ничего этого нет. Фальсификация преследует еще одну цель. Это использование пропагандистских материалов для того, чтобы задурить головы людям воспоминаниями о том, чего они помнить не могут. Но тогда эта пропагандистская машина работала, теперь она работает на тех же самых материалах при той же степени правдивости, а точнее здесь уже надо измерять не в единицах правдивости воображаемых, а в единицах лживости. Это запредельная ложь. То есть нам продолжают создавать фальшивую картину мира, фальшивую картину важных исторических событий. И это будет продолжаться и дальше до тех пор, пока будет вот этот русофобский гнусный режим, под которым мы живем и который стремится только к одному – максимально нас ограбить, ограбить страну, присвоить себе все ее богатства, весь результат нашего труда, текущие, создание текущих богатств, и уничтожение тех, кто мог бы востребовать эти богатства назад. То есть уничтожение, прежде всего, государствообразующего русского народа. Мы живем на руинах, но подавляющее большинство даже не ощущает руинированности общества, государственных структур, системы права, системы государственного управления, экономических структур. Все порушено. Все порушено. У нас нет никаких единых систем, скрепляющих страну. Щелчок, и все это рассыплется в один момент. И если с такой болезнью мы не справимся, печальна наша участь. Печально. Поэтому надо как-то собраться. Надо как-то собраться, объединиться, и практика... Есть уже практика, надо практикой заниматься. Я могу говорить долго, я практик, но пока не с кем делать, нет критической массы, с кем совместно можно было бы продолжить политический процесс, который подталкивало русское национальное движение. Русское национальное движение должно возродиться. Слава Руси, Господи, спаси!